Что ж, поехали. Всем привет. С вами снова я, The Dinosaur. Начинаем летсплей. В прошлый раз мы закончили у японцев. Теперь я еще вспомнил, что у них можно продавать рыбу. Рыба у меня есть. И она вроде как у них очень дорого продается. Ну, в смысле, покупают они очень дорого. Можно, в принципе, было бы тут жить богато, ловить рыбу, да и продавать ее. Жить, правда, не очень удобно. Никаких удобств, даже просто дверей. В общем, сейчас продадим. Ну чё, кто у вас тут? Еще кто-то, даже несколько продавцов. Это неплохо. Ну, давай. Да, точно, целых 3 монеты деревянных. Сейчас продолжим дальше наш путь, только сегодня что-то опять тупит. Ну, как-нибудь справимся. Я пока для них чужак, но это меня не трогает никак. Идем дальше, вообще кошмар просто. Беспредел. Не хочет нормально работать вообще компьютер. Ну ладно, как-нибудь, наверное, сможем. Сейчас все пройдет, я думаю. Но это я думаю. Компьютер вполне возможно, что он так не думает. Тут еще какие-то дома у японцев. Ну давай, работай уже. Нормально, что это такое? Еще какой-то домик. Еще какой-то домик. Надеюсь, он парит из-за того, что деревня обнаруживается. Скорее бы она уже новая обнаружилась, потому что это вообще никуда не годится. Невозможно играть спокойно. Идем дальше. Ну там они уже тоже что-то построили в прошлой деревне. Там какой-то китаец, японец копал. Но они, видимо, не выкопали. Вот они что-то делают тут. Не знаю, что это такое за арка. Может, вход какой-то, портал, не знаю. А нет, это дом, кажись. А он ловит рыбу. Деньги зарабатывает. Неплохо. А нет, это не дом, это не знаю. Просто... Да блин, хотел посмотреть, что в сундуке. Построил землю, поставил. В сундуке ничего нету, давайте посмотрим, кто здесь живет. Хотя чувствую, опять ничего особого не будет. Ну да, женщина, мужчина. Ну хоть женщина и мужчина. Ладно, идем дальше. Давайте сберемся на гору и посмотрим, что у нас там дальше есть, где солнце, потому что, наверное, уже скоро ночь. Какой-то проход, или это не прогрузилось. Ну-ка, сейчас на свинье пробуем, упадет ли она туда. А нет, все-таки это туннель. Ну, значит, еще чуть выше сейчас заберусь, и все. Там скелет что-то делает внизу. Надеюсь, это просто баг, но он, да, под землей. Так, ну здесь прыгать я не хочу. Пойдем дальше. Сколько еды-то ползает по земле этой. Вон там еще один монстр. Он тоже под землей, надеюсь. Потому что тень видно. Возьму на всякий случай меч.
Сейчас я сделаю себе еще защиту. Еще доспехи. Ну как доспехи? Просто кожаную одежду и все. Ботинки, а так у нас что получается? Так у нас шлем получается. Мне нужны штаны. Штаны я не помню, как делать. И вряд ли у меня сейчас хватит на них. Вот почти полный комплект. Сейчас оденем. Посмотрим-ка. Так, ну чё, где? Ну, неплохо, в общем. По-дурацки, конечно, все выглядит, когда все такое квадратное. Мне главная защита. Ладно, идем дальше. Смотрим, сколько времени осталось. Ну, еще пару минут и, пожалуй, начнем строить дом, потому что с такой скоростью нужно минуты 3-2, чтобы построить дом, нормально спрятаться. Хотя, может, и раньше придется, ночь уже наступит, наверное. Ладно, идем. Даже толком свинью убить не могу, кошмар. Так, а вот походу и деревня. Сейчас немного нужно, как обычно, подождать, чтобы она прогрузилась, и она уже тогда появится. Да. Ну давай быстрее. Ну что ж, понятно, она так и не появится. И, наверное, она зависла. Что ж, на этом, пожалуй, буду прощаться. Всем пока и до завтра. Вот такой неожиданный конец.